Всем привет, я Вадим Сена, и игра Skylines, City Skylines. Мы начинаем новую рубрику «Бухта с утёса». Вот у нас вот такая вот карта, и мы сейчас будем ее застраивать. Начнем мы с города, точнее не с города, а с дороги. Нет.
пока что 837 убытка, 93 на сиденье. Пока все растет, но медленно. Все подключено, все работает. Да, да. Теперь нам нужно вот здесь вот. Сегодня потреблялось в промышленных и деловых зонах. Сегодня потреблялось в коммерческих зонах. Потреблялось в жилых зонах. Улица Сабрина, улица Грэхэм. Да, улица Грэхэм. Города застраиваются 564. Шайца там. Тут информационный обзор, чтобы накладывать на карту различную специализированную информацию и лучше понимать устройство города. Все потребности горожан удовлетворены, у них есть работа и возможность для траты денег. Они счастливы, платят больше налогов. Счастье также увеличивает шанс повышенного уровня здания. Безработица, низкий уровень здоровья, недостаток безопасности, напротив, заставят горожан страдать. Хорошо, красненькие, это у нас что тут? Хорошо, я понял. Нам нужна очень большая потребность в промышленных зонах. Промышленность надо нам построить. Да? Ухитеми. Я же ничего не напачиваю, что совсем ослеп. Thank you.
больше возможностей, чтобы более тонко производить зонирование, взгляните на специальный инструмент. Инструмент заполнения позволяет заполнять одну зону большой области с помощью рамки. Нужно выделить прямоугольную область для заполнения выполненной зоны. Вышли 106. Отлично. Теперь у нас все растет. Замечательно. Тепловыми трубами. Котельная.
геотермальная отопительная станция. Я понял. Это нам пока что не понадобится. Улучшение труб. Прямые трубы. Привязка. Электричество, да? Не хватает электричества. Ну давай. Добавим еще электричество. Зданием существует проблема, она отображается на разноцветной панели прямо под его названием. Если проблема несколько, наведите курсор на каждый значок, чтобы узнать, что не так и что необходимо сделать, чтобы привести здание в порядок. Достаточно рабочих. Без работника 6 из 16. Не понял. Но населяемость пока что растет. Ну, это поправимо. Также у нас прибыль 411. Что ж, спасибо, первая часть на этом закончилась. Всем спасибо, всем пока, до следующей встречи.